Всем привет! Решил представить вашему вниманию битву между Римом и Константинополем. Давайте выставим сложность максимальную. Так, поставим гальскую сельскую местность. Играть я буду за мятежников Западной Римской империи. Врагов себе поставлю мятежников в Восточной Римской империи. Также себе поставлю в союзники Западную Римскую империю. А союзники мятежников будут именно восточная часть Римской империи. Динарии давайте поставим 20 тысяч. Выбор войск я буду выбирать рандомно, то есть никакого формирования вручную. Что выберет рандом, то и будет. Ну что ж, хорошо. Неплохо. Вот так вот. Восточной Римской империи вообще не по кайфу, да, у них два отряда крестьян им выдал. Так, что же выдали мне? Два отряда, прошу прощения, три отряда генеральских войск, один отряд лучников, баллисту, два отряда, кстати, вот передвижной баллисты, два отряда превентеров, ну и немного пехоты. У наших противников, ну, в принципе, примерно одинаково, да, примерно одинаково, только вот им тоже не повезло, им выдали крестьян. Так, у наших союзников, кстати, довольно-таки неплохая армия, очень неплохая. Ну и у ихних противников я уже показывал, что, по-моему, все довольно-таки плохо. Ну что ж, начнем. Сражения достойного истинного римлянина. Каждый день будет отличным днем для сражения, если ваше сердце знает, в чем его долг. И не забудьте главное, римские боги следят за вами. Пусть же им не будет стыдно. Давайте начнем размещать войска. Да, это, наверное, утро. Такой туман. Так, ну что ж, у нас совсем немножко пехоты. Так, давайте превентеров поставим на правый наш фланг. Так, лучников мы поставим слева. Так, поставим по центру баллисту. Передвижную баллисту, наверное, давайте выставим справа, слева, прошу прощения. Ну и конница у нас будет прикрывать наш правый фланг. Так, Восточная Римская империя.
Может быть, они выдвинулись на помощь союзникам? Довольно-таки интересно. Так, отлично. Давайте выдвинем вперед нашу передвижную баллисту. Давайте, может быть, конницей в это время ударим по баллистам противника. А Восточная Римская империя пошла на наших союзников. Не очень-то это, конечно же, здорово. Наверное, нам нужно будет помочь нашим союзникам. Да, вражеские крестьяне, смотрите, они прогнали мою баллисту. Совсем это не есть хорошо. Наши союзники отступают. Союзники убегают. У них не хватило храбрости для этой битвы. Наш союзник убит. Посмотрим, выдержат ли его люди такой жестокий удар. Союзный военачальник погиб. Да, не уследил я за своими союзниками, они отступили. Ну и теперь нам предстоит сражаться с врагами в одиночку. Так, хорошо, я думаю. Думаю, самое время остановиться и приготовиться к обороне.
враги объединены фронтом, уже наступают на наши силы. С другой стороны, знаете, враги немного устали. Да, у нас 54% потерь, у врагов только 27%. Довольно-таки внушительно. Обходит нас с флангов. Это не есть хорошо. Так, отлично, нужно отступать. Нужно отступать срочно. Да, большие потери. Большие потери просто под обстрелом вражеских баллист передвижных. Так, большие потери у нас, очень большие потери, но центр врагов мы все-таки ж сокрушили. Да, наших превентеров зажали. Очень большие потери я несу. Да, вот конницу я потерял уже. Лучше бы ваш полководец закололся собственным мечом, чем остался этим. Он убегает. Римская честь не запятнана, но слава Рима после этого поражения лежит в руинах. Очевидное поражение. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых битв.